Гораздо больше. Елена Дементьева – восьмая ракетка мира. В 2000 году Всемирная ассоциация тенниса назвала ее самым техничным игроком. Терьер Патрик давно не видел любимую хозяйку. Только что закончилась очередная серия тяжелых турниров. Родители хотели, чтобы Елена стала врачом. Про меня писали статьи такие в Америке. Девочка из ниоткуда. У меня вот такое гордое. То есть меня это просто оскорбило. То есть я не хотела приходить на пресс-конференции, я отказывалась общаться с журналистами. Меня оскорбило это. И вот сейчас уже по прошествии времени я понимаю, что это действительно так. Из ниоткуда. И как туда попали мы все. То есть это самое обыкновенное чудо. Господа, приходите к нам. Мастер-класс Елены Дементьевой и Анастасии Мыскиной на одном из московских кортов. Крупная фирма пригласила теннисных звезд для своих лучших сотрудников. А вам справа или слева? Мне, наверное, лучше справа. Менеджер